Наш обзор открывает игра Акбарса против Металлурга, которая состоялась 25 февраля в Татнефть-арене. В случае победы казанцев и поражения ЦСКА в параллельном матче, Акбарс мог выиграть Кубок Континента, как лучшая команда регулярки. Магнитка стартует очень мощно. К 11 минуте первого периода гости ведут уже в 2 гола. Сначала швед Филипп Хольм щелкнул девятку ворот Адама Рейдебурна от синей линии. А позднее уже Андрей Чибисов здорово разобрался с вратарем на пятачке Акбарса и добил шайбу в ворота 2-0. Казанцы не собирались сдаваться, и в том же первом отрезке Кирилл Петров после паса Кристиана Хенкеля сократил разрыв 2-1. Во втором периоде хоккеисты не порадовали нас заброшенными шайбами, а в третьем хозяева совершили камбэк. Артем Лукоянов бросил по воротам, а Хенкель отлично сыграл на добивании 2-2. Овертайм не выявил победителя, дело за булитами, в которых все решил реализованный бросок с неудобной от Чибисова 3-2. Металлург выигрывает. Судьба Кубка Континента решилась 27 февраля. В последнем матче регулярки. В гости к Акбарсу пожаловал московский ЦСКА. Матч получился малорезультативным. Единственная шайба побывала в воротах только в середине второго периода. После борьбы у борта шайба оказывается у защитника армейцев Артема Сергеева. И тот, долго не думая, зарядил ее в ворота хозяев. Ассистентом стал нападающий Антон Слепышев 1-0. Все оставшееся время Акбарс потратил на отыгрыш. Но шайба никак не шла в ворота Ларса Юхансона. И чемпионами регулярного сезона становятся московские армейцы. Впереди самая главная часть сезона в КХЛ – плей-офф, в котором Акбарс сыграет с нижегородским «Торпедо». Ну и не будем далеко отходить от казанско-нижегородского противостояния. На прошедшей неделе «Уникс» провел свой матч против баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Казанцы ничего не дали показать своим оппонентам. Уже с первой четверти дали понять, что в этом матче рассчитывать им не на что. Разгромные 24-3 это подтверждают. Дальше «Уникс» спокойно довел игру до победы 87-56 и приблизился к «Зениту» в таблице. Больше всех очков в матче набрал американец «Уникса» Окара Уайт. 16 баллов на его счету. Ну а следом у нас идет футбол, а именно возвращение российской премьер-лиги. Казанский «Рубин» ждала непростая проверка на прочность в Москве против «Спартака». В первом тайме команды имели отличные возможности забить, но подвела реализация. А самый главный момент первой половины произошел в самой концовке тайма. На четвертой добавленной минуте Роман Зобнин получил вторую желтую, и «Спартак» остался в меньшинстве. На 53-й минуте «Рубин» смог воспользоваться этим преимуществом. Хвичек Варцхелия нашел Деспетовича хорошей передачей между защитниками. И последний не оставил шансов Александр Максименко 1-0. На 71-й минуте вторую желтую получает уже игрок «Рубина». Оливер Авельдгор свалил на Соболеве и отправился в раздевалку. В равных составах «Спартак» мог забить, но гол не засчитали из-за офсайда. А точку в матче поставил тот же Джорджо Деспетович. Легионер «Рубина» здорово сыграл на добивании после удара Хвичи 2-0. «Рубин» уводит важнейшие 3 очка из Москвы и продолжает борьбу за еврокубковые места. На сегодня наш обзор закончен. Увидимся на следующей неделе, в которой я также расскажу о самых интересных матчах.